Всем привет, с вами Геомакс, и сегодня мы за обзором мой зоопарк. У нас появилось новое животное. Перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал с колокольчиком, написали любой комментарий под видео и ответ на сегодняшнюю загадку. И никто, к сожалению, сейчас не ответил на загадку в сегодняшнем видео. Но я хочу поздравить мастерскую тигра, Тимур за Siberian Tiger и Кирилла за угадывание прошлой загадки. Я извиняюсь за то, что забыл вас упомянуть в прошлом видео. Я, к сожалению, просто забыл упомянуть. Я не хотел. Извините. Ну а теперь идем к нашему животному. И новое животное у нас — это канадская выдра. Вот канадская выдра. Вот так они выглядят. Они из мода... Они из мода Northern Pack. Чтобы он заработал, вам нужно Asian Animal Pack, чтобы он заработал. У них вот такой вольер. Здесь у них азали, кастомные елочки, еда и питье, мячик, цветочки. Здесь кола с рудой. Речь, маленькая река, красивый вольер. Теперь мы прочитаем про наших канадских выдр. Канадская выдра, Лонтра канаденсис, канадская выдра, вид из семейства куних. Обитают они в США, Канаде и Аляске. Живут они в реках и озерах, питаются они рыбой, лягушками, насекомыми и мелкими животными. Имеют длинное тело и короткие сильные перепончатые лапы. Живут они 12-15 лет. Досье. Класс. Млекопитающие. Отряд. Хищные. Длина от 122 до 166 сантиметров. Вес 14 килограмм. Статусом сов вызывающий меньше опасения. Факты. Зимой в поисках пищи они совершают многокилометровые миграции для поиска рек или озер без льда. Вот такие у нас канадские выдры. Милые. Но теперь загадка на следующее животное. Живет оно в тропической Африке. Одна из самых сильных обезьян в мире. Ее название начинается на букву Г. Вот такая у нас загадка. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии и ответы на загадку. Любите животных и ходите в проверенные хорошие зоопарки. А на этом у нас все. Всем пока!